Павел Сухов, бронзовый призер чемпионата России по фехтованию. Паш, я вижу, что расстроен. Понимаю, для тебя, наверное, не так сложился, как хотелось бы финал. Пару комментариев по сегодняшнему дню. Ну да, хотелось, конечно, как бы выиграть этот бой за выход в два, то есть с опытным Игорем Турчиным. И как бы бой складывался очень хорошо, то есть я делал все, что нужно, то есть все было прекрасно до последних 40 секунд. Потом, не знаю, что со мной случилось, почему-то перестал абсолютно колоть в этот момент Игоря. И Игорь сумел как бы выиграть на приоритете. Как для тебя в целом складывался сегодняшний день до финалов? Ну, сегодня просто такая ситуация сложилась, что как бы вот Антон Авдеев, чемпион мира, то есть проиграл за 32, он, то есть, был в моей ветке. Вот, то есть, ну и как бы получилось, что более легкие соперники как бы приходили, чем я ожидал. То есть вот. Как бы, ну вот, Антон Адамов за выход в четверку, конечно. Я выиграл одним уколом 15-14, он создал, конечно, так сказать, дал отпор, можно так сказать. Вот. Ну, удалось победить в упорной борьбе. Вот. Так и складывался. Завтра командные соревнования. Планируешь как-то реабилитироваться, все-таки побороться в главном бою? Ну, завтра, да, будем бороться. Конечно, будет очень тяжело тягаться со сборными команды Мособласти и Москвы. Но мы будем стараться тактически обыгрывать. Как-то, может быть, где-то нужна будет моя помощь там команде, еще что-то, да, буду стараться, будем работать. Спасибо тебе большое, удачи завтра.